и вот тут подтянуть. Ладно, поздно уже. Пойдем домой. Бухланов всех хватит. Слышь? Слышь, не оставь. Спартак чемпион. Мочиться на чужой гараж не очень-то культурно. Серый, скажи ему что-нибудь. Дедуль, тебя забыли спросить. Да, молодежь. Ничего, кроме как пиво глушить и грубить, вы не научились. Слышь, мужик, иди-ка ты отсюда по-хорошему. Ну все, молодежь, закругляемся, а то я сейчас полицию вызову. Не хватало, чтобы вы еще у моего гаража что-нибудь натворили. Слышь, Серег, что он еще выебывается-то? Старый, давай сворачивайся, пока мы тебя тут сами не свернули. Давай, вали отсюда, хрыщ. Нет, так нет. Вась, может, пойдем отсюда? Зачем нам эти проблемы? Да не переживайте. Сейчас ребята приедут, посадят обезьян в клетку. Опа! А с мусорскими-то у нас разговор короткий. Пап, пойдем отсюда? Парень, не дури, брось это. Пацана, держите, а я сейчас старперу поясню за жизнь. Блин, отпустите! Сына моего отпустите! А что с ними-то разговариваешь? Со мной поговори! Ты что сделал? Учить меня жизни будешь! Батю моего отпусти! Батю отпусти, я сказал! Кисай пенси! Батя! Батя! Врачи говорят, кровотечение могли долго остановить. Осколков много. Но у него же возраст. Ну что, вы не могли уйти, что ли, оттуда? Ну зачем это нужно было все продолжать? Ну стоят там пьяницы, ну на них заявление написать, и пусть они сами разбираются. Вам-то что? А ты что не знаешь, как у нас полиция в городе работает? Одним занесли, другие замяли. Я все сам сделаю, мам. Я отомщу им за отца. Да уж, отомстить. Даже и не думай. Чтоб мне потом тебя еще в реанимации навещать. Нет уж, мне такого добра не надо. Мне жизни будет! Пацан, тебе надо чё? Дай-ка минералочки хлебну чё-то. Похмелюга. Давно так башка не раскалывалась. Пацан, ты что, заблудился, что ли? А то у меня что-то предчувствие плохое. Пап, этот проводок отрезать нужно. Тих, скип. Ну ты кабель стартера мне перерезал. Ну, пап, прости. Давай так, запомни одну вещь. Все плохое в этом мире можно сделать за одну секунду. Но потом можно жалеть всю жизнь. Поэтому все свои действия в первую очередь обдумывай головой. Хорошо. Ладно, пошли до магазина дойдем. Кабель новый купим. Пацаны, у нас походу немой нарисовался. Да это... Сигаретки не найдется? Так бы сразу и сказал. Кто стоит как вкопанный, ничего не понятно. Слышь, а ты ж с этого гаража? Подсоби, а? А то мы с пацанами вчера раз по писярику, два по писярику, а на утро нихуя не помним. Еще и кулаки болят. Да не, пацаны, меня вчера тут не было. Слышите, пацаны, я походу понял. Это сын того мудака, которого мы отпи***ли вчера. Да, ты же его захерачил там, помнишь?
пацаны. Он нас, походу, ножом кухонным хотел захерачить. Ты чё, она? Куда побежал? Сделайте анализ текста, поставьте знаки препинания и определите стиль речи. Буллинг в школе очень задевал Петю. Каждый раз, приходя домой, он выслушивал крик мамы за новые синяки, но ничего сказать ей не мог. Он был хорошо воспитан, даже матерных слов себе позволить не мог. Что уж тут говорить о физической расправе. Но у Пети было очень хорошее и важное качество. У него была голова на плечах. И ответом на издевательство одноклассников он придумал способ, как можно опозорить их перед всей школой. Мам, что, с папой что-то? Врачи говорят, операцию нужно делать. А что там, деньги нужны? Да нет, бесплатно все. Но вдруг осложнение на сердце. У него и так там все. Ну все, мам, не плачь. Ну, вернется к нам папа. Все хорошо будет. Все, ладно. Я пойду супер согрею. Тебе накладывать? Да, давай. И он придумал способ, как можно их опозорить. Походу, он сам к нам заявился. Пацаны, то есть мужики, мне кажется, мы с вами общение что-то не с того начали. Я хочу за батю извиниться, он реально накосячил. Примите от меня в презент. О, пацан-то красавчик. Ну-ка, что там? А ты что стоишь? Давай к нам присоединяйся. О, ну рыбка, это серьезно. Пацаны, предлагаю выпить за то, что у нас такое подрастающее поколение. Тогда я и сказал, ты меня недостойна. Таких, как ты, миллион. А я у мамы один. А еще все спят уже? Ладно, походу и мне пора кимаря придавить. Ну давай, спи.